формате телемоста единовременно по всей России от Сахалина до Калининграда самые смелые выйдут на улицы и обольются холодной водой. Акция пройдет в поддержку защитников Отечества, тех смелых людей, которые защищают нашу Родину каждый день. Воспитание силы воли начинается в детстве, а во взрослом возрасте оно укрепляется. В здоровом теле здоровый дух. Обливание холодной водой закаляет как организм, так и волю человека. Здоровый и сильный духом всегда готов к защите своей Родины. Всем добрый день, дорогие друзья, кто сегодня здесь вместе с нами. Ну что, мы сейчас будем свидетелями, а кто-то в свою очередь участником акции под названием «Быть здоровым – это модно». Сегодня город Владивосток впервые принимает участие во всероссийской спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно». Организаторы акции «Спортивно-патриотический клуб Ярабол». Вместе с Владивостоком в акции принимает участие 20 регионов России. Для приветствия участников на сцену приглашается заместитель главы администрации города Владивостока Светайло Дмитрий Анатольевич. Уважаемые гости и жители города Владивостока, дорогие участники, дорогие организаторы мероприятия, по поручению главы города Владивостока Константина Владимировича Шестакова от лица администрации города Владивостока я рад приветствовать вас на всероссийской акции «Быть здоровым – это модно», которую организовала и проводит Московская областная общественная организация «Спортивно-патриотический клуб Ярабол». Дорогие друзья, сегодня город Владивосток, Приморский край принимает участие во всероссийской акции. Как было сказано, участниками этой акции являются 20 регионов, более 3000 человек одновременно опрокинут на себя холодную воду, показав тем самым сильный дух, крепкое тело, спортивный настрой. Здоровое, сильное поколение сегодня – это залог нашего будущего завтра. Залог нашего крепкого, сильного, мощного государства. Участникам я желаю воли, крепости духа и хорошего настроения спортивного. Удачи! Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Быть гражданином такой великой и могучей страны, как Россия, это большая гордость. А быть здоровым гражданином, это еще и, конечно же, модно. Сегодня в акции принимают участие отличники образования, отважные и ответственные граждане. Прошу участников приготовиться. Итак, 100 сильных, закаленных молодых парней. Курсанты, студенты, жители города Владивостока. Совершат для себя сейчас небольшой, но все-таки подвиг, потому что не каждый бы смог на такое решиться. Мы представляем с вами, если подобная акция проходила бы где-нибудь в городе Сочи, проходит в Геленджике, там, где тепло. Но у нас сегодня температура со знаком минус. Еще и ветер поднялся. Это еще больше такого знака. Давайте больше оваций участникам. Больше оваций. Давай. Они уже замерзли. Вот оно, сильное поколение великой России. А почему они спиной-то? Сегодня отсюда из Владивостока эта акция будет идти дальше по многим городам России. Где присоединятся молодые и взрослые люди,
больше спортом занимайся. И кто готов действительно за здоровый образ жизни совершить этот подвиг полный мужества, потому как не каждый сможет сделать такое бедно еще открыто в воздухе, да и на ветру. Так, товарищи участники всероссийской акции, вы здоровым это можно, вы готовы? Отлично! Тогда гру! На старт! Приготовились! Приготовились, взяли ведра в руки! Что, берем ведра? Домой! Слушай. Из города Владивостока мы передаем свою эстафету в следующие города России, которые также поддерживают эту акцию. Молодые, сильные, крепкие ребята, будьте здоровы! Спасибо! Спорт – это сила, способствующая развитию здорового